Пожар начался около полуночи минувшей ночью. Очевидцы происшествия утверждают, что перед тем, как вспыхнул огонь, они слышали громкий хлопок. Официально эта информация не подтверждена. Площадь возгорания специалисты оценили в 300 квадратных метров. Полностью справиться с огнем спасателям удалось за 3 часа. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы 47 человек и 15 единиц техники. Причину происшествия выясняют специалисты.